В Центре инклюзивного развития «Включи» творчеству уделено особое внимание. Не секрет, что этим ребятам порой сложно выразить свои чувства словами. Но гораздо проще сделать это через создание картин и скульптур. Сегодня часть работ представлена в Сочинском художественном музее. Опыт, конечно, очень интересный. Дети просто потрясающие, мы с ними занимаемся. И я вообще, меня когда спрашивают, ты там не устаешь с детьми, да? Я просто не замечаю, как время проходит. На самом деле это очень интересно, очень приятно. Настолько талантливые дети. Участникам выставки вручили грамоты и предложили площадку для следующей выставки. Родители в восторге, потому что никто не ожидал такого результата от обычных занятий рисованием. Дети нас поражают, дети показывают замечательные результаты на этих уроках. И вот результаты их трудов сейчас здесь, на выставке, мы ими гордимся. Может быть, они вырастут как будущие художники, ну или будут работать в этом направлении, связанное с каким-то дизайном. Мы очень надеемся на этом. У нас нет прям такой цели, но мы видим, что все может быть, все реально. В Сочи регулярно проходят мероприятия в поддержку людей с ментальными особенностями развития. Найти помощь и единомышленников родители и сами дети могут в специальных объединениях. К проектам этих центров активно подключаются и деятели культуры, и спортсмены.